Уху, прыг, прыг, прыг. О, нет. Так, прощай, улитка. О, супер денежная коробка. Что? Бриллиант. Есть. Привет всем, с вами я, NextBo, и мы сегодня поиграем в игру под названием Super Bino Goal. Эта игра всем известна как Марио. Вот оно название игры. У меня 444 монет, ну и давайте начнем играть. С первого уровня. Вперед! Нет, нам такое не нужно. Поэтому давайте, мы не можем ломать пока что такие гигантские ящики, но потом сможем. Вот благодаря этой суперзельке есть, мы можем уже эти ящики ломать. Круто. Так, давайте сейчас сломаем вот эти вот штуки. А вы там вернетесь? Нет? Ладно, не хотите возвращаться, не надо. У нас есть вот такая вот стрелялочка, пиу! Но она отнимает 30 очков. Мы сможем потом найти такую бомбу, которая будет нам увеличивать все эти очки, и мы сможем бесплатно кидать эти бомбы. Мы можем вниз приседать, а вниз мы приседать можем для вот этого. Блинк. Куча монет! Так, и давайте мы попробуем сейчас сломать вот эти ящики. Да, мы можем эти ящики ломать. Тут есть невидимые, кстати, ящики, и вот такие вот супер денежные, которые нам дают очень много денежек. Вниз! Но на самом деле мы выходим здесь же. О, супер улитка, которая летает. Опа, броня. Мы супер бронированные, идем насквозь. В воду, кстати, падать нельзя в броне. Мы погибаем. Странно, почему. Уху, вперед! Получай! Пробиваем всех монстриков. О, нет! А почему так не вовремя-то закончилось? Эй! Значит, мы уменьшились и стали слабенькими. Самыми слабенькими Марио. Так, давайте тогда... прыгаем! Ладно, на этом мы заканчиваем. Мы становимся маленькими Марио и проходим уровень. Ну, давайте. Мы получили 2 звезды. Следующий уровень. 2 уровень. Так, нам такая силушка... силушка не нужна. Так, мы не можем ломать эти супер ящики. Ну ладно. Сейчас найдем супер прокачку для нас. Вот она! Давайте будем ломать эти супер ящики. Бум-бум-бум-бум. Вперед! Давайте. Нет! Мы упали в воду и стали супер маленькими. Опять. Ну давайте вперед. Опять нам предлагают супер силушку, но мы от нее отказываемся. Так. И ты, грибочек, иди сюда. Все, так, суперсилу опять получаем. Сейчас быстренько все эти ящики наломаем. Так, все, сломали. И главное опять не упасть, в воду. О, ого, мы тут низко можем прыгать. Так, стоп. Нам, ого, секретный блок. Вначале собрать монеты надо, а потом уже ломать эти ящики. Супер. Так. Допрыгнем до этого ящика или нет? Нет, уже не доскакиваем. Ладно. Не доскакиваем, так не доскакиваем. Собираем вначале монеты. О, супер денежная коробка. Вперед. Так, мы опять уничтожили одного маленького чубрика. Так, дальше. Идем. Уху, прыг, прыг, прыг. О, нет. Так, прощай, улитка. Так, стреляем, потому что лень разбираться с улиткой. Оп, все. О, нет, на нас идет опять супергриб. Так, давайте все опять открываем. Потом эту монетную штуку соберем. Так, ой, что произошло? Ничего, непонятно, что произошло, ну ладно. Это сохранение у нас такое, но вниз мы не можем попасть. Все. Стоп, не ломаем эти ящики. Нам надо запрыгнуть наверх. А зачем наверх? Непонятно, зачем наверх. Бриллиант! Так, мы схватили бриллиант или нет? Непонятно. Ладно.
Доламываем. Супер. Да, хватит супер ящики. И потом дойдем уже до финиша. Нам еще не скоро до финиша идти. Получай. Так. Тут вот еще один такой вот чубрик. О, бомба. Вот, бесплатные вот эти вот бомбочки. Так, уху, уху, прыжок. Бесконечности. О, нет, а! В нас чуть не попали. И нас чуть не уничтожили. Ты-ты-тыщ, стреляемся бомбочками. Закончили. 1000 очков плюс. И мы прошли на 2 звезды. Ну, давайте, вперед. Так. Мы можем получить супер броню, но пока что не хочется получать супер броню. Так, сейчас бросим бомбу. Ладно. Тогда надо будет вот так. Получай. Все, летим дальше. Главное здесь не погибнуть. Опять супер бомба. Окей. Так, тихонечко. Все. И получай. Все. Если мы погибнем, то у нас и уменьшится размер, и отберутся супер бесконечные бомбы. Так, нужно монетки забрать. Так, все. Давайте, вот тут вот главное не погибнуть. Тут слишком все маленькое. Все, запрыгнули. Уху! И остатки монет надо собрать. Так, ну, это тоже можно сломать, конечно. Вот это вот только мы сломаем пока что. Получай. Так, упадем вот сюда. Хоп, хоп. Все. Только вот эти вот 3 ящика разрушим, и все. Чтоб не жертвовать, если что, собой. Все. Так, давайте проверим, что сверху. А сверху у нас ничего пока что. Ну, давайте вот это вот соберем. Золотой ящик мы там упустили. Нет. Ну, ладно, назад нельзя возвращаться, поэтому... Так, все, получайте. Это энергобомбы какие-то супер. Ну, ладно. Тихо. Так, а как нам попасть на самый верх вот сюда? Так, ладно. Сейчас уничтожим этот супер грибочек. Нет! Мы чуть не погибли, друзья. Ну ладно. Раз мы не можем попасть на самый верх, то не можем. Так тому и быть. Оп, все, уничтожили эту супер... Этого супер ящер. Эту су... Этот супер гриб. Так, давайте вот сейчас вот это вот. А-а-а, мы тебя уничтожим, нет? Так, все. Вперед. О, супер монетная штука. Угу, куча монеток заработано. Так, вот тут вот вроде бы как ничего нет. Ой. Пинг. Так. Она где-то меня ускоряет, эта бомба, а где-то нет. А, когда мы бежим вперед, то она меня ускоряет, да? Ладно. Оп, вниз. Так, так, так. Давайте уничтожаем эти ящики. Все, уничтожили. Так. По чуть-чуть, главное, прыгать. Получай. Тинг. О! Пинг. Тихо. И пинг. Не достаем. Пинг. Все. Пинг. О, нет! Нет! Мы стали очень маленькими. И когда дошли до самого конца, проиграли. Почти. Но нам бы остаться большими. Но не получилось. Мы прошли на 2 звезды. Так как мы уменьшились и не получили больше очков. О, мы, оказывается, монетные можем собирать. Никто этого... Никто не думал, никто не рассуждал. Ну, ладно. По 30 очков будет уменьшаться у нас. Все, мы уничтожили этот гриб. Странно. Нам неинтересно. Дойдем ли мы вообще до увеличителя? До моего увеличителя? О, нет. Пожиратель цветок. Так, все. О, нет. Угу. О, нет. Друзья. Что мы наделали? Мы проиграли. И надо начать все с самого начала. Ну, ладно. Давайте начнем все с самого-самого начала. Соберем кучу монеток. И продолжим. Так. Оп, получай. Все. Получай. Уничтожили. Так, давайте. Вперед. Хоп. Есть. Подбили. Так. Ого! Броня! Выскочила. Супер Марио. Цветок. Ты где там? Получай, улитка. Хоп. Да нет, не попал. Ладно. По улитке не попали.
Так, какие деньги смогли собрать, такие и собрали. Так, супер, опять броня Марио. Так, стоять. Оп, цветок. Мы опять стали супер уничтожимыми. Так, увеличитель Марио. Есть! Мы наконец-то можем уничтожать эти блоки. Есть! Но нам надо еще найти... Так, оп, оп, ладно. Придется подбить этого супер чувачка. Все, вперед. Давайте. Оп, заскакиваем. Нет, не получилось заскочить. Оп, все. Так, главное не уничтожать. Ладно. Ладно, все. Нет. Ладно, хорошо. Не смогли запрыгнуть, так не смогли. Все, вперед. Быстрее. А почему у нас монеты потратились? 30 монет тратится на вот эти вот броски супер. Ладно, тогда давайте не будем бросать эти штуки. И... Опа! Будем вот так просто наседать на этих чувачков, и все. Так, давайте. Оп, получай, получай, получай. Тинг! Уху! Давайте! Нам еще чуть-чуть осталось. Ну, давайте. Прыжок. Оп! Давайте сейчас уничтожим много ящиков, получим много очков. Скор, как они называются. Скор — это очки. Так, давайте. И за то, что я играю в Марио, в эту старинную игру, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну, а мы продолжаем путешествовать по миру Марио. Ладно. Раз, два, три, есть. Все уничтожены. Получи. Опа. Получай, улитка. Так, улитка Гэри. Так, и прыжок! Есть! Добрались до сюда, но зачем сюда мы добрались, непонятно. Так, все, уничтожаем этот ящик. И осталось 75 секунд. И да, мы добрались! Мы все-таки добрались до конца. До замка Марио. Мы получили 2 звезды. Опять. 3 все никак не получается. Так, можно отправиться вниз. Ну и по ходу дела больше никуда нельзя отправиться. Поэтому вперед. Так, это какая-то супер подземная пещера. Нет, мы уменьшились и стали самыми маленькими и не можем ломать блоки, но мы уже получили супер увеличитель и уже можем эти блоки ломать. Поэтому вперед. Опа, тут супер монетка. Супер монетная штука. Ну все, монетная штука закончилась. И это какие-то супер тоннели. Ладно. Хорошо. Нет, мы опять уменьшились и проиграли. Нам надо начать все с самого начала. Давайте начнем. Вот, друзья, давайте. Сейчас или никогда. Вперед! Просто проезжаем. И есть! Мы дошли, наконец-то, до этого нового места. Так, пропрыгиваем всех этих монстриков. И допрыгиваем до сюда. Так, посмотрим, что... Бриллиант! Есть! Куча очков он нам дал. Лучше бы дал этот бриллиант нам увеличение и все такое. Все. Так, еще одна такая же желешка. Можно так назвать улиток. Желешка. Вперед! Фух. Главное сейчас тут не проиграть. Все, допрыгнули. Есть. Получай. Как? Как? Все. Мы победили? Нет, мы не победили. Ладно, придется потратить немножечко монеток. Так, давайте соберем вот эти монетки. Так, тут нельзя проскочить, да? Тогда сейчас вот тут вот соберем эти монеты. Все, отлично. Вперед. Получай. Наконец-то мы отсюда вышли. Но у нас еще 215 секунд на то, чтобы дойти до самого конца. И вот он, конец. 1000 очков и 1000 монет было здесь собрано. Но мы получили 1 звезду, так как собрали на этом пути не все. Так, о, увеличитель суперский. Нет, пожалуйста, не уезжай. Увеличитель, стой. Все, увеличитель никуда не спрятался. И это отлично. Все, вперед. Так, уничтожаем эту улитку.
Вперед. Так. Оп, получай. Теперь поуничтожаем вот эти вот блоки. Пособираем вот эти монеты. Так, ладно, этот блок неуничтожимый. Поэтому собираем. Мы, наконец-то, опять увеличились. И опять вот так вот классно прокачались. Мы стали непобедимыми, несокрушимыми. Ладно, две монеты собрали, так собрали. Так, все, мы стали опять обычными. Так, нет, не дотягиваемся уже головой. Так, главное тут опять не упасть. Это супер паркур. На два блока сразу же. Оп, получайте! Ты не вернешься? Нет, хорошо, что не вернулась. Так, нам нужны бесконечные выстрелы. Бомбочку дай. Пожалуйста, игра, дай бомбочку. Пожалуйста, цветок не выскакивай. А то будет грустно. Ладно, придется тебя подбить. Кия! Все, подбили. А зачем тут золотой блок? Значит, тут сверху еще золотой блок или нет? Ну ладно. Нету золотого блока, так нету. Все, о, нет. Так. Получай. Легче потратить 30 монет, чем просто так ее запустить, и она никуда не поедет. Вперед! Ой, прости. Ладно, получай. 30 монет опять нам пришлось потратить. Ну, давайте проверим, вдруг тут хранится бомба. Так. Или очки. Ну, ладно. Очки хранятся. То есть, скоро вот эти вот. Так, понял? Мы уменьшились и опять не можем ломать ящики. Ну ладно, стоп. Тут что ли есть ящик суперсекретный? Нету. Ящика суперсекретного. Ну, мы потеряли свою силушку именно когда мы почти подошли в самый конец. Получили две звезды. Ну, давайте. Мы поуменьшались немножечко. Поувеличивались. И давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!